Смелые эксперименты, успешные испытания. Так создают технологии будущего. Уникальный биополимер. На его основе ученые Курчатовского института научились выращивать фрагменты тканей и даже органов. Это прототип трахеи, инновационная технология, которая позволяет сократить использование донорских органов и спасти кому-то жизнь. А еще разработать эффективные лекарства для борьбы с неизлечимыми заболеваниями. Большая наука начинается с малого. В этой лаборатории проводят исследования на мышах, изучают механизмы памяти. Под микроскопом ученые наблюдают за активностью нервных клеток. Вот они на экране. Это целая вселенная нейронов. Запутанная сеть мерцающих клеток – это и есть ключи к разгадке тайн человеческого мозга и попытка создать совершенный искусственный интеллект. Суперкомпьютер Курчатского института, один из самых мощных в стране, потребляет десятки мегаватт мощности, переводя их в тепло. А мозг человека потребляет всего 10 ватт, как лампочка в коммунальной квартире. По сути, мы должны перейти к созданию приборов и технологий, которые будут копировать природу. Подражая природе, снизить нагрузку на окружающую среду. Вот задача современных ученых. И главная тема глобального форума – конвергентных, то есть объединяющих технологий. Перед мировой наукой сегодня стоит множество вызовов, в том числе проблема потребления природных ресурсов. А ведь они исчерпаемы. Встреча в Сочи – хорошая возможность найти пути решения. Форум в Сочи впервые, но уже ясно, дискуссия станет ежегодной. Ольга Армякова, Денис Безлаковский, Владимир.